Друзья, вот я получил сегодня мольберт. Теперь я буду рисовать на ней. И вот холсты. Я получил 4 холста размером 18×24. На двух я уже нарисовал 2 картины. Сегодня я буду рисовать 3-ю картину. Теперь уже на мольберте. Вот такой я прекрасный мольберт получил. Здесь вот выдвигается столик. Здесь есть палитра. И я уже сюда уложил свои кисти. Вот мастихин, на котором я буду, с помощью которого буду рисовать. А вот здесь ящички, краски разные. Разнообразные краски есть маленькие, есть большие тюбики. Ну и ими я буду теперь пользоваться. В общем, я создал для себя необходимые условия, чтобы писать картины. И вот приступаю. Как будет готово, я выложу. Пожелайте мне удачи. Thank you.